Здорово, дорогие друзья, с вами, как всегда, Яван. Мы продолжаем играть на сервере «Смотря на данный номер 3». И, как вы поняли, этот видос сразу же записывается после того, как вышел предыдущий про Хонду из 2000, который мы тюнили. Вот. И сегодня я бы хотел поговорить на такую тему, как идеальный сервер, вернее, для меня, возможно, и для других игроков, которые... Короче, ставьте лайкос, присаживайтесь поудобнее, и мы начинаем. Идеальный сервер для меня. Какой для меня идеальный сервер? Так, это было, наверное, может, больно. И для других игроков, которые я сказал на превью и начале. Вот идеальный сервер, это когда работают, не знаю, до мелочи проработаны там поворотники, стеклоподъемники, там крыша опускания, как я говорил в предыдущем ролике, багажник, еще. Ну, короче, очень-очень много фишек, которые перенесли с реала сюда. Там, возможно, менять разные выхлопы ставить. Ну, короче, очень большая модернизация тюнинга, чтобы было. Рули можно было менять. Ну, короче, фары, фонари можно было менять. Короче, большая модернизация авто, да? Но не это есть на CCD, на Радмире, в частности, какой-то на смотре немножечко. Но можете сказать, блин, столько этих серверов, почему их нету, типа, который ты говоришь. Это маленькая часть, которую я бы хотел видеть на том сервере. Вот если у меня было бы возможность, деньги и время, я все-таки создал. Короче, у меня есть такая идейка, почему нету, можно сказать, бизнес-идеи для людей, там, у кого есть деньги, может открыть сервер. Почему не можно, например, для фанатов некоторых марок, да, открыть свой сервер? Например, было бы у меня деньги, да, еще раз говорю, я бы открыл себе сервер, ну, типа, фанат, я не очень такой уж прям яростный фанат марки BMW, но мне просто больше автомобилей нравится именно этой марки. Я бы открыл, например, BMW MTA, или кто любит Mercedes, Mercedes MTA, или BMW и Mercedes MTA, так как на сервере 170, ну, вообще в GTA San Andreas 174 автомобиля, как я гуглил, то можно было, не знаю, вот BMW MTA, сразу на ум приходит то, что здесь все модельки будут заменены бэхетом. Старые, новые, универсалы, не универсалы. Например, в одном салоне продается Olds, там BMW, в втором, не знаю, джипы BMW, в третьем еще что-то. Но прикольно было бы, когда, например, те игроки, которые любят свою марку, BMW, давайте в BMW для примера. Прикольно, что они зашли, и они здесь могут покататься просто на всех автомобилях BMW. Типа, начиная от каких-то 80-х, начиная E29, E21, E30, и пошли так до новых автомобилей, заканчивая новыми, которые вышли. X4M, X3M, да? И что там еще там повыходило? Короче, X5M, кстати, новый. Да, тоже. Это было бы прикольно, как на меня. Или также Mercedes, просто все марки Mercedes, или Japan MTA, то есть все популярные японцы MTA, в MTA, например, всякие Skyline, Honda S2180, SX240, Z-ки разные, ну, короче, все популярные троено японские автомобили, да. Хотя эти японские автомобили, можете сказать, что много есть, когда можете поиграть на дрифт-сервере, много там есть их, не особо. Короче, если бы открыли бы какой-то сервер, на котором были бы все автомобили одной марки, все автомобили были задействованы с большим тюнингом, мне кажется, там онлайн был бы нормальный. Это, можно сказать, бизнес-идея. И, может, я туплю, я если честно, я не смотрел, есть такие сервера или нет. Но если есть, и вы знаете, можете закинуть в описании ролика, можете написать, что там есть такой-то сервер, он так-то называется, там есть такие-то марки автомобиля. Потому что, ну да, смотря CCD и Redmire, это, можно сказать, сервера, на которых немножечко то, ну, типа автопарк, немножечко второго, третьего, четвертого, чтобы всех игроков, ну, можно сказать, чтобы они все играли на этом сервере. А так можно, не знаю, монополию, что ли, свою открыть, типа... Открыл бы BMW MTA, Mercedes MTA, Audi MTA, Japan MTA, может, и какие-то суперкар MTA, типа Lamborghini, Ferrari, это было бы на одном сервере. MTA, это Mercedes 2, BMW 3, Audi 4, Япония 5, и это был бы, типа, все мои сервера, и те игроки, которые нравились, типа, играли на моем сервере, они могли бы выбирать, какие им нравятся, какие нет.
И типа обновления, которые бы добавлялись, там, не знаю, какие-то мелкие, там, может, мапы, добавлялись бы на все сразу сервера, а которые автомобили, то на разные, типа. Но это было бы прикольно. Не знаю, как на меня, напишите в комментарии, что вы думаете о такой идее. Ну, с вами был Эван. Пишите в комментарии, как вам идея. Может, есть такие сервера. Всем удачи, пацаны, и всем пока.